Мальчик, ты считать умеешь? Я остальное завтра занесу. Честное слово. Сейчас. Мне вечером нужно кассу сдавать. Так, бери куколку, клади ее на место, а будут денежки, приходи. У меня отмена. Ну, пожалуйста, тетя, мне сегодня надо. Мне тоже много чего сегодня надо. Например, шубку норковую. Так, иди, у меня уже очередь собралась. Пожалуйста, это в память о моей сестричке. Пожалуйста. Она давно себе такую хотела, но она сейчас на небе. Слушай, ты не морочь мне голову. Иди отсюда. Иди, я сейчас охрану вызову. Девушка, не нужно охрану. Давайте я заплачу, сколько он должен. Спасибо, тетенька, вы добрые. Пожалуйста. А вы не подскажете, как до больницы добраться? На какой? Ну, там, где мама лежит. В городе много.